Вот он закон. Как говорит, а сегодня мы приготовим все, что нам Бог послал домой. А домой нам сегодня послал рыбу, сметану, лайм, лимон, соль, перец. Так, чтобы, кстати говоря, блюдо приготовить очень достаточно быстро, это где-то минут 20, максимум полчаса. Что нам надо? Так, для начала я порежу лимон. Мы рыбу заправим внутрь лимона. А сверху мы подрежем лайм и немножко сбрызнем. Так, еще зеркальный короб наш будем готовить сметаной. Вы же почистили его, потрошили? Да, он уже готов. Так, для этого сначала на противень мы положим пергамент. Чтобы рыба была без костей, чтобы когда будем ее кушать и кости не кололи нам язык и небо, мы ее подрежем. А именно вот таким вот образом. Сделаем небольшие надрезы. То есть, образно говоря, мелкие наши косточки, мы их просто перерезаем прямо в самой рыбе. Накрест. Ты считаешь, надо еще так подрезать? Хорошо. Да, они тогда все иссекутся. Накрест перерезаем. Вот примерно такой вот вариант получился. Красиво? Красиво. То же самое сделаем с обратной стороны. Так, одна рыбка у нас готова. Мы покладем на место. Возьмем вторую. Вторая тоже не менее красивая у нас рыба. Слушай, а если положить еще репчатый лук кольцами? Или нет смысла? Можно, будет вкусно тоже. Ну, в принципе, можно еще вовнутрь положить репчатого лука. Я не знаю, мы будем ложить, нет? Нет, наверное, да? Ну, давай почищу. Да ладно, не надо. Что-то я знаю, что ты не сильно ешь его, да? В принципе, поэтому не будем ложить. Мне-то он нравится, конечно. Такой он получается более-менее печеный. Так. Сейчас я посолю. Не надо, Наташа. В принципе, я сказал, что... А ну сделаем с луком. Да, давай. Хочешь, давай, да. Нож сюда почищу. И жена очисти. Так. Работает 2 секунды. Хорошо. Я, в общем, солю тогда. Одну сделай с луком, другую без. Хорошо. Соли не сильно много, потому что вдруг окажется много, исправить будет невозможно. Если же посолить не сильно, то в процессе можно будет просто досолить. Правильно? Да. Так, Зика, еще поперчи. Пожалуйста. Так, и то же самое с перцем. Почему-то я думал раньше, что этот перец не сильно дает вкус, а просто дает достаточно много душистости. Оказывается, нет. Вот этот черный перец, если его переложить, он тоже даст достаточную горечь. Такую неприятную. Так, с этой рыбой я разобрался. Сейчас порежу лук. И прям сразу этот лук... отправлю рыбе вовнутрь. Вообще рыба красивая. Визуально зеркальный короб красиво смотрится. Так, не знаю, хватит ли. Вот как раз половинку репчатого лука, я думаю, достаточно.
Если резать полностью, то... Сейчас еще его немножко подсолим. Так. А туда в жаберные щели можно лайм засунуть. Да? Хорошо. Сейчас я немножко его раздавлю на рыбу. Да, лайм немножко, лаймом. И вовнутрь, кстати, тоже было бы неплохо. Так. То же самое с этим, с лимоном. Посолил? Да, посолил и поперчил. В принципе, практически рыба готова. Для того, чтобы не сильно не измазывать ее, ну, после того, как лыжный противень, я одну сторону сметаной сейчас намажу. И этой стороной намазанной положу на противень. То же самое сделаю с обратной стороны. Так, она еще не приготовилась, но уже смотрится классно. Второй зеркальный короб мы готовим примерно так же, только без лука. С одной стороны немного соли. Так, и перца. И с обратной стороны та же история. Туда в щели промазывай. Да, хватит, потому что если много, тоже будет невкусно. Лучше, если она приготовится и будет не сильно соленая, мы досолим, да? Так. В жаберные щели будет оно как раз... Оно, вот видишь, жаберные щели, они открыты тоже, и здесь тоже надо. В общем, я ложу везде лимон. Лимон нам нравится с рыбой. Да, Миша? Отлично. Да, поэтому мы готовим рыбу с лимоном. Ну и лайм, он тоже дает такой специфический привкус. Он похож на лимон, но все равно он немножко другой. Так. Кстати, нужно посветить. Все. Ложи на противень, а потом... Подожди, одну сторону сейчас намажу сметаной. Перекладу на противень и потом вторую намажу. И будет то, что надо. Ложи стороной без сметаны. Будет вкусно тоже. Подожди, с двух сторон намажем или нет? Так, на столе бардак. Мы сейчас мы это уберем все. А в принципе, можете видеть, что рыба... А где у нас получается? Вот. Так вот я бумагу беру. Так, все. Духовка у нас разогрета. Отправляем на полчаса. Вот так у нас видно. Смотрите. Зеркальный короб со сметаной. Прошло 30 минут. Достаем рыбу. Зеркальный карп в сметане. Вот у нас какой красивый получается. Сейчас ближе покажу. Получился у нас наш зеркальный карп в сметане. Сейчас попробуем его. Ну вот вы видите, какое мясо красивое. И сейчас буду его пробовать. Рыба еще горячая, поэтому приходится подуть на нее. Не знаю, как я ожидал, что вкусно получилось. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете.
Всем пока.